все мои ответы будут базироваться, как я считаю, на основании священном, на основании священного писания. Библия учит, что упиваться – грех, а алкоголь – ничто. Иисус сказал «ничто». Слово «ничто» означает «ничто». Входящее в человека не оскверняет его, но выходящее, потому что из уст, из сердца исходит. И если алкоголь, снимая какие-то замки сознания человека, открывает, что есть внутри человека, то стоит обратить внимание не на то, что он выпил, а то, что у него в сердце на данный момент есть. Упиваться – грех. Сам по себе алкоголь грехом не является однозначно.